по-моему, не слушали ни разу. И это старый релиз. 2016 года, во фрешмены не берем, ВС-пак, набери номер близких, не было разбора этого артиста, хотел бы, чтобы ты услышал про Никси, как-то обсудил тему с чатом, ведь это важная тема, спасибо за творчество. Спасибо, бро. Релиз называется «Перемотать пленку». Не разбирали, да, мы ВС-пака? Альбом «Перемотать пленку. Часть 2» является прямым наследником альбома 2015 года. Вот такой релиз. Вот такой релиз. Музыкальный проект Александра Чацкого. Автор исполняет лирическо-грустные и любовные песни, темы которых особенно близки... Особенно близки подросткам. Окей. Давайте посмотрим, что это такое. 2016 года «Альтернатива». Артист, да, много релизов, 400 тысяч слушателей. Вижу новый трючок. И это даже не трючок, это альбом, друзья. Альбом, который вышел 25 октября. Вот, недавно совсем он вышел, новый альбом, называется «Терапия». Если что, имейте в виду, если кому интересно. Очень давно он ничего не выпускал. В 21 году он выпустил какой-то релиз. И пишечку. В 22-м тоже что-то эпишечка была, потом 2015-2016, очень редко, в общем, он делает, очень редко. Интересно. Давайте послушаем, посмотрим, почему нам это... Вероятно, слушатель артиста прислал эту историю, да? Да. Так называется «Набери номер близких». Слушай внимательно. Однажды мы вышли в финал по футболу. Ну, а мне особо бегать нельзя было, я на воротах стоял. Дубасили меня страшно. Я ни одного мяча не пропустил, представляешь? И мы выиграли. Все галдели, кричали. Меня бросали на руках. А я на автомате телефон достал. Хотел бабушке все рассказать. Только потом спохватился. Что ее уже нет. Близких, а то после может быть поздно. Расскажи, как их любишь, как переживаешь, как ждешь ночного разговора с мамой, где можешь заплакать по-настоящему и открыться полностью, рассказать проблемы, возможно, она решит твои драмы. Только мамины слезы излечат все твои раны, только мамина ласка пожалеет тебя искренне, такого драного. Мы так часто обижаем и обижаемся, хотя не знаем, возможно, завтра не будет домашнего завтрака. Ведь это несложно, набрать 10 цифр и спросить, как дела, папа. Ведь именно он поставил тебя на коньки и привел на стадион. И все его друзья, как взрослому, пожимали лапу. Ты же можешь однажды заплакать, а рядом пустота. А рядом пустота, ты одна особь своего рода в этой ленте. И ссоры с братом должны перерасти в доверие. Прощай маленьких, ведь они дети. Так цени их здесь, как отец глушил истерики тем летом, как мама укрывала в твою температуру тебя пледом, как ты бежал их обнимал крепко после долгой разлуки, целовал щеки брата, а он смеялся и кричал привет. И ведь семья — это крепость, где каждый друг за друга в ответе. Набери номер близких, а то после может быть поздно. Расскажи, как их любишь, как переживаешь, как все вместе вы выдержите грозы, как уют и теплота в их улыбке и ласки. Я так люблю вас, я так ценю, но чаще я молчу. Я так ценю, но чаще я молчу. Тут есть такая очень-очень тонкая грань, сейчас я скажу, о чем речь. Вот это давление, тема, безусловно, хорошая, абсолютная база, то, что он говорит в тексте, да, вот поднятие этой темы в целом, 100%, да, типа, некое продолжение, да, альбома сегодняшнего, который мы смотрели от Оу Коста, касательно того, что живи настоящим сегодняшним моментом и знай, что завтра может не настать, и завтра может настать для тебя, но не настать для кого-то другого. Это 100% база, да, мы все живем в целом без возможности сохранения, да, из-за какой-то загрузки и чего-то прочего, чисто в один тейк, да,
в один тейк без релоудов, ёпта. И это база стопроцентная. И чем раньше ты это осознаешь, тем лучше, да. Но осознаешь ты обычно это после каких-то последствий, да, произошедших в жизни. В плане именно смысла, который он подает, вопросов вообще нет, да, все супер. Что касается формы, о которой он здесь говорит, вот это вот давление, экспрессия, вот это вот надрыв, да, такой вот как бы всхлип фактически, он мной воспринимается двояко. Правда. С одной стороны, как будто он правда это все несет. Скорее, смотрите, субъективно я думаю, что он, он серьезно в это погружается, и это без всякой какой-то издевки звучит, да? Без издевки. То есть это он реально, ну, пытается донести эту идею. Но также постоянно при прослушивании вот у меня возникал диссонанс с тем, что как будто кто-то кого-то пародирует, есть какая-то издевка и ирония, да, касательно того, что он как будто стебет тех, кто делает вот такое. Вот немного есть такой вайб, что как бы, ну ты сделай то, бля, как вы заебали ныть. Как будто вот он сейчас будет это говорит, и в конце раз, и вот такой будет флип, да. Челы, как вы заебали ныть по поводу того, что вы пытаетесь выжать из надслезочки какими-то банальными текстами, прекращайте заниматься этой хуйней, точка. Вот, о, типа, ну, в какой-то момент как будто это будет вот такое, да. И я вот ждал немного в напряжении, то есть полноценно я не смог погрузиться чисто субъективно в это на моменте. Что касается текста, да, он как бы такие личные всякие истории накидывает. Особенность подачи. Да, все понимаю я. Я все понимаю. Я почему и сказал, что субъективно, я думаю, он на полном серьезе это делает. И ту хуйню, которую я сейчас прогнал с тем, что он сейчас нас поймает, подцепит и расскажет, что он на самом деле пошутил и вообще, да. Это, наверное, субъективность моего восприятия. Но я прям ждал этого момента, да. Я прям не мог погрузиться в полной мере вот в то, что происходит, да. Лёски, излечить, это база вообще, да, база. Семья, родители, позвонить, сделать, иметь какое-то внимание, 100%, да. Истерики, да, здесь, тут, вот это вот все, бам-бам-барам-бам-бам-бам. База, друзья, база. Найти выход таким выходом, это фича, да, понимаю. Underground, да. Давление, тут идет конкретное давление, что касается по реализации формы, опять же, да, перемотать пленку. В принципе, как будто если бы мы слушали альбом, это была бы история альбомная, попадающая сюда. Перемотать пленку для того, чтобы позвонить, типа что-то произошло, ты не успел как бы пережить какой-то момент еще раз, да. В целом обложка прикольная, и может быть это даже концептуальный релиз. Угу. Рассказать проблему, драму, открыться. Завтракать. Это несложно, набрать 10 цифр и спросить, как дела, папа. Ведь именно он поставил тебя на коньки, привел на стадион. Все его друзья, как взрослому, пожимали лапу. Ты же можешь однажды заплакать. Рядом пустота. Ты одна особь своего рода в этой ленте. Ничего. И ссоры с братом должны перерасти в доверие. В этой ленте доверие. Прощай, маленькие, ведь они дети. И так цени их здесь, как отец глушил истерики тем летом. Они дети тем летом. Да. И рифмы неплохие. Хорошо на созвучиях работаешь, на двойной рифмовке. Как мама укрывала в твою температуру, тебя пледом, как ты бежал, обнимал крепко после долгой разлуки, целовал щеки брата, он смеялся и кричал «Привет, ты!» Семья — это крепость, ага, приветы, крепость, где каждый друг за друга в ответе. Крепость в ответе, тоже все рифмовка идет двойная. Набери номер близких, а то после может быть поздно. Расскажешь, как их любишь, как переживаешь, как вы вместе. Угу, вы держите грозы. Как уют и теплота в их улыбке и ласки. Я так люблю вас и так ценю, но чаще я молчу. Неплохо давит, неплохо. Что-то в этом творчестве есть. Что-то в этом творчестве есть. Как минимум, самобытность артиста прослеживается точно. И вот это давление, оно не может остаться просто на фоне, да, так сказать, на фоне пластинкой, которую ты просто прокручиваешь. Да ты в это творчество вкручиваешься. То есть он тебя цепляет. Он забирает внимание, скажем так, да. Он забирает внимание.
Да, это такая творчество с довольно высоким порогом вхождения, с учетом качества свидоса, в целом реализации. Интересно. То есть я думаю, какие-то такие жизненные истории, да? Жизненные истории, приправленные самобытной харизмой. Вот как-то так. Спасибо большое. Во фрешмены мы взять, конечно, не можем этот трек. Выйдет он в одном из видосов вместе с пятью ребятами. Не слушали мы VS Пака, но если у вас есть желание его послушать, если вы хотите посмотреть, что произошло, поменялось за 8 лет. Я когда это сказал, мне аж самому захотелось посмотреть, что поменялось за 8 лет. Вот, можете это сделать, друзья. Да. Такой девочек слушает. Ну вот, значит, никакой иронии здесь нет. Значит, он действительно душевные вещи раскидывает, да, и прям хорошо работает на эмоции, на работу с глубиной эмоционального восприятия реальности. Там какие-то семейные, личные вещи накидывает. Базару нет. Индивидуальность высокая, без базара. Я 8 поставил бы, 8-9, да, прям это реально что-то настоящее, типа. Реализация стиля. Он неплохо идет так называемому в битам по своему. После может быть поздно. Расскажи, как их любишь, как переживаешь, как ждешь ночного разговора с мамой, где можешь заплакать по-настоящему и открыться полностью, рассказать проблему, и, возможно, она решит твои драмы. Только мамины слезы излечат все твои раны. Только мамина ласка пожалеет тебя искренне такого драного. Мы так часто обижаем и обижаемся, хотя не знаем. Возможно, завтра не будет домашнего завтрака. Ведь это несложно набрать 10 цифр и спросить, как дела, Бля. папа. Ведь именно он поставил тебя на коньки. Скрипы. Ведь именно Очень круто вот эти все всхлипы, вздохи. Ведь именно он поставил тебя на коньки и привел на стадион. И все его друзья, как взрослому, пожимали лапу. Ты же можешь однажды заплакать, а рядом пустота. А рядом пустота, ты одна особь своего рода в этой ленте. И ссоры с братом должны перерасти в доверие. Прощай маленьких, ведь они дети. Так цени их здесь, как отец глушил истерики тем летом. Как мама укрывала в твою температуру тебя пледом. Как ты бежал, их обнимал крепко после долгой разлуки, целовал щеки брата, а он смеялся и кричал привет. И ведь семья — это крепость, где каждый друг за друга в ответе. Набери номер близких, а то после может быть... Попадает он в такт. Да, такой лоу-фай на андеграунд, но хорошо давит, бляха-муха. Где-то здесь, короче, да. Специфика сведения, при которой голос задран довольно высоко, его слышно. Мне субъективно не заходит. Вообще, типа, я бы два поставил, да. Но за счет драмы, которую он тут накидывает, это прям вот сюда точно уйдет. То есть мне вот это вот давящее звучание вообще, типа, ну, эхо прокуренных подъездов для меня очень похоже делать такой же глухой звук с высоким надрывным голосом под давящие биты и депрессивное повествование о жизни. Прикольно. Структура. Ну что тут сказать? Под формат харизмы, да? Под формат харизмы идет особо структура не меняется, припевчик только, да? Идея выдерживается. А аутро есть на подумать, да, потом нам закидывают. Структуру эту с нечеткой работой по тактам, да, но в целом в строчке он влазит и начинает. И наверирует прям с самого начала строки, как бы. Идея выдерживается. Базару нет. 7. Я готов 4 поставить. Я думаю, что для кого-то это 5 и больше. Но я лично воспринимаю вот так это все, за счет именно того, что мне некомфортно слушать это звучание, и я не могу погрузиться вот в эту историю. Я сомневаюсь в том, что он говорит, да, чисто субъективно. Вот эти надрывы мне кажутся ироничными. Может быть, я ошибаюсь. Скорее, в смысле, я точно ошибаюсь, но субъективно я не могу от этого убежать, поэтому я воспринимаю это здесь, но атмосфера в этом есть, базару нет. Трендовость актуальный жанр 2-3 балла, не больше. Поздно, расскажи, как их любишь, как пере... Двойка даже, наверное. Фух.
МБ даже один слушать тяжело, вообще не иронии. Не знаю, вот я не знаю, что сделать. Но вот эти всхлипы и вздохи, которые он работает, да, и вообще в целом то, насколько это цепляет и необычно, ну это много, правда. То есть база тут большая. Я бы лично вот это не слушал. Но песня сильная, реализована очень неплохо в формате том, который это располагает. Да, его слышно на бите. Текст отлично разборчив, как бы все в порядке. Фух. Тяжело, мне тяжело это было, типа. Найти выход. Да я слышал, бро. Эхо прокуренных я, по-моему, тоже слышал. Какие-то треки я слышал. Спасибо большое. Это было неплохо, интересно, необычно. При таких множителях невысоких 55 баллов, это очень круто. Спасибо, это было интересно. Спасибо слушателю, который это принес. Базару нет. Новый альбом, если что, идите чекните, кому интересно. Да. Далее. Мало мира без тебя. О, интересно. Ну-ка. Produced by First Feel. Давайте глянем. Что это такое? Надо здесь конфеточку. Да. Киньте, да, вот микрофон. Поэтому стримеры стримят с динамическими микрофонами. Потому что это гораздо эффективнее с точки зрения поглощения комнаты. Да, конденсатор захватывает всю Москву, бля. Слушаем, друзья, без тебя. Холодными пальцами левой руки ты касаешься моей щеки, упирая прозрачные слезы мои, что болели и ранили прямо внутри. Прошу, не уходи. Перестань говорить, что все нужно забыть. Снег уже сошел, и я лежу, схожу с ума. Под спиной нет крыльев, только наш родной диван. Ты хотел поправить, но ты, видимо, сломал. Ведь в моем сердце пусто. Без тебя, наверное, будет не так больно. Без тебя, соседи могут спать спокойно. Нет, точно лишнее. Подожди, я думала, что чистый коммерческий звук. Открой глаза и снова здесь, будто вообще не уходил. Разблокировать сердце можешь ты только своим лицом. Face ID, я сказал только два, не нужна. Остальные слова мне не нужны. Слез, крик, ссор, линия, что вечно занята. Кто же мог подумать, что сейчас мне будет не хватать всех твоих историй. Переписок после тусы. Без этих черных пятен жизнь стала такой тусклой. Снег уже сошел, и я лежу, схожу с ума. Под спиной нет крыльев, только наш родной диван. Ты хотел поправить, но ты, видимо, сломал. Ведь в моем сердце пусто. Структура сумасшедшая вообще, конечно. Придумано обалденно. Да.
придумана отлично, концовочка, пианинка, инструментал вообще обалденный. То есть, мне кажется, очень хорошо соблюден баланс между сложностью музыки, чтобы какой-то этнике дать, с красивым погружением, да, и дать развитие. То есть развитие и в припеве в том числе, да, развитие инструментального, где мы здесь ждем, 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 то есть интрушечка, куплетик, предприпев, и наступает дроп. То есть абсолютно трек не надоедает, он реально пролетает довольно-таки быстро, да. Хорошие... 3 минуты идет трек, прикиньте, 3 минуты. 3 минуты жестко пролетают. Вот эти моменты, да, вот эти, бляха-муха, жестко неестественно звучат. Вот некоторые вот оно прям вот настолько звучит, да, вот, ну, мне по крайней мере, я вот вообще не могу погрузиться. Вот в моментах, вот здесь, допустим, вообще хипнуло жестко вокалом, прям топовым таким вокалом. Вот это супер, я вообще не поверил, и я такой, типа... И повторение этого, да. То есть, мне кажется, надо было дать какой-то конструкции ей, легкой, которую бы она сама прочувствовала, да, без повторений, да, там. То есть, что-то вот, чтобы она просто послушала музыку и в микрофон что-то напела, знаешь, вот такие очень естественные какие-то передающие жизни. А тут прям вот попытка вот... Типа... Такое немного. Индивидуальность этника. Да, да, то есть, короче, шикарная... музыка шикарна на стыке такого артхаусного этнического звучания. Даже, может быть, какого-то вот народности, какого-то фолка именно в ее голосе, да. Плюс... история с поп-музыкой, что-то и какая-то электронная поп-музыка, да, при этом присутствует, и легкость есть, то есть несложный порог вхождения, хорошая структура по эмоциям, как будто еще немного, и будет прям какой-то хит, понятный, красивый хит, да. Чуть погружения не хватает, вот, и вот эта наигранность моментов присутствует. Но потенциал, да, потенциал бешеный, структура песни придумана хорошо. Вот я не знаю, если вот это сделать прям топово максимально, получится это сделать. Сердце пусто, без тебя. Да, текст неплохо построен, как бы все понятненько, все интересно. Маломиране, да, разбирали. Угу. Чистый фолк, представить крутой. Блин, чистый фолк, ну... Ой, не знаю, оно вообще, надо оно ей такое. Как будто попытаться, да, вот, кстати, история круто показана. То есть здесь нам прям контрасты в цвете показаны, серьезные. С одной стороны, цвет все-таки мягкий, да, такой зелененький, там, синий, облака зеленый. Нет там избыточных каких-то там красных, да, кислотных вещей. Но тем не менее, он достаточно явно проявлен. То есть если бы это был фолк там какой-нибудь условный, там пастельный, зеленый было бы, да, все было бы темнее такое, там легенькое такое. Спокойная акварель какая-то. А тут нам прям дали контрастов, да, за счет инструментала. В целом крепкая работа. Она может работать и в таком виде, мне кажется. Соблюден баланс. Вот тут чуть-чуть не соблюден баланс легкости, если мы говорим про поп-музыку. Тут у нас получается 2-2, да? Тут у нас получается 3-2, да? Дамит. Неплохо. Надо ли это? Надо ли ей это творчество, которое предлагают в чате? Типа, говорят, фолк, да? Пусть фолк она чистый попробует. Я говорю, надо ли ей это творчество, надо ли фолк ей? Интересно. Сюда у него мировые. Ирафотиепа. Хм. Работает. Да, мне кажется, нормально работает. Вполне. Ну-ка еще разок прогоним, поставим оценочку. Холодными пальцами левой руки. В целом, мне нравится, как они ее записывают. Да, вот. Холодными пальцами. То
есть, есть приближение, есть ощущение того, что это тебя обволакивает, и на этих синтах прям такой хороший, да, хороший женский чувственный вокал. Плотными пальцами левой руки ты касаешься моей щеки. В моментах в некоторых, где прям пробивает свою харизму, касаешься. Ты касаешься моей, 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 касаешься моей щеки, убирая прозрачные слезы мои, что болели и ранили прямо внутри. Касаешься левой щеки, убирая прозрачные слезы мои, что болели и ранили прямо внутри. Ритм тяжелый построен, но она умудряется вот так идти балансировать, да, на нем, чтобы давать одновременно и коммерческое звучание, и свою вот харизму не терять. Прошу, не уходи. Прошу, не уходи. Что болели и ранили прямо внутри. Прошу, не уходи. Прошу, не, прошу, прошу, прошу. Подстреливает, чуть мягче хотелось. Внутри, прошу не уходи. Внутри, прошу не уходи. Перестань говорить, что все нужно забыть. Снег уже сошел, и я лежу, схожу с ума. Под спиной нет крыльев, только наш родной диван. Ты хотел поправить, но ты, видимо, сломал. Вот это, да. Я типа этому тексту не знаю, что вот просто вот видно, что она вот прям напрягается, короче, вот тяжело эти тексты, непростой очень. Ведь сердце пусто без тебя. Да, я просто пытаюсь находить минусы с точки зрения того, что можно улучшить. В целом, я говорю, трек рабочий даже в таком виде. Подожди, я думала, что это на миг. Открой глаза и снова здесь, будто вообще не уходил. Разблокировать сердце можешь ты только своим лицом. Face ID, я сказал, только два не нужна. Остальные слова мне не нужны. Слез, крики, ссор, линия, что вечно занята. Хотел поправить, но ты, видимо, сломал. А ведь в моем сердце пусто без тебя. Наверное, будет не так больно без тебя. Соседи могут спать спокойно. Целой будет наша посуда, но я не могу без тебя. Ведь сердце пусто без тебя. Я не знаю, можно ли улучшить по реализации, я не знаю этого. 8 7 7 8. То есть, вот смотрите, да, типа 10 это лучшие треки US, лучшие треки Сюзанны здесь, да, вот это 10 7. Такой, да. Тося Чайкина немного не сюда. Тоже, да, она бы получила очень высокий балл вот за последнюю песню свою. Вот эти, блядь. Есть на сайте трек, да? Damn it. Круто. Очень круто, очень круто.
То есть, есть, получается, у нас есть еще и... Тут надо обновить, чтобы ничего не слетело. То есть, у нас тут есть еще и, получается, возможность рецензии почитать. Damn it. Рифма образ 9. Да. Трендовая сексуальность. Ну вот полностью ли это, да, поп? Касаешься ты, я лежу, схожу с ума. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что 5. Я думаю, что 5. Весьма неплохо, правда. Весьма неплохо. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли... восемь. Одна рецензия. 9-9. 7... Тройка, да? Угу. 9-9 и харизма 7, да. Текст 7, бляха-муха, для поп как будто прям кайф. А, ну множители, да, 3-4-4, да, множители заруинили. А так хорошая база. Потенциал 100%. Возможно, мне кажется, я вообще не понимаю музыку, но именно в этой песне я ловлю какой-то дискомфорт по громкости голоса. Мне кажется, что с ним что-то не так. Эти мысли не ушли после второго и третьего прослушивания. Вот как будто что-то не так. Но это мелочи. Исполнитель интересный. Второй раз слышу трек, я могу сказать, что у него есть потенциал в музыке. Как минимум присутствует неплохой вокал. Но значит оценки слабенькие. Тут я не могу поставить. Окей. Структура на уже выше уровнем. Да, харизм мне очень сложно оценить. Я ставлю этот пункт без комментария с оценкой 7. Вот это тот случай, да, почему тебе вот эти вот выпирания, да, вот как дроп там, когда начался, я сказал, типа тут вот стреляет, да, еще что-то. Но они постарались сделать прям очень такой живой, живой вокал на уровне фолка, когда он тебя обволакивает, да, при этом в поп-звучание поставить. Есть в этом идея. Лично для меня в таком стиле в исполнении не имеется, но при этом трек сделан неплохо и качественно. Своих слушателей точно нет. Такой, да, прям объективненько постарался раскидать. Бебе. Бебе, но не мебе. Что это для души всем риса? Поняли, да, друзья? Угу. Круто, спасибо, бро. Девятнадцать рецензий, да? Два четвертого недавно зарегался. Угу. Спасибо. Спасибо. Привет. Так, далее идем. Интересно, интересно. Интересная работа. Ну, вот, надеюсь, да, то есть всегда говорю одно и то же. Всегда говорю одно и то же. Хотя последнее время, да, с учетом популярности возрастающей, обижаются на какую-то критику люди. Смысл в следующем всегда. Взять то, что полезно. То, что вы считаете ошибочно или не нужно, скипнуть или объяснить в комментариях или еще где-то, почему это не так. Все очень просто. Все. Что касается артистов, что касается зрителей, слушателей, и вообще и все, всегда и все на сайте, напишите рецензию, да, как вы видите, почему те вещи, которые там критиковались, они по-другому на самом деле вами воспринимаются. Все, да, изи-катка. Да. Сняли клип на новый трек. Съездили в Токио и снимали наш лайфстайл. YouTube, Unisex, Eclipse. Damn it. Так. А есть трек, да? Интересно. Интересно. Так, 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 так. Давайте посмотрим. Unisex. Здесь. Сейчас, секунду. Не слушали, да, мы ни разу их? Где это? Пиноккио, да? А, это в альбоме, ясно. Ни разу не слушали. Угу.
Все, здесь, да, я сейчас, секунду. Еще тут есть клип у нас. Ну-ка, давайте глянем. Спинки, ну-ка. Сейчас. Есть такое дело. Все, вроде я готов. Что такое RR? Неплохо ты задал вопрос, бро. Давайте посмотрим, что это такое, друзья. Eclipse и Unisex. Смотрим, что это такое. У нас есть клип также. Это вообще история с альбома. Альбомчик называется Almost Famous. Eclipse и Unisex. 7 треков. Можно назвать эпишкой. Можно назвать почти альбомом. Начинающие артисты. Вдвоем оба делают. Первая работа была в 2021 году. Ну, буквально по чуть-чуть дропали. То есть активность началась в 23-м, если можно назвать это активностью, два сингла. А нет, вот есть все-таки альбомчик. Да, есть. В общем, в 23-м году начали конкретную активность. Ну, тут и по блогам, и по вайбу, и по тому, что везде тут нарисованы они по их одежде. Ракешник, причем такой достаточно не панкуха. Хотя, может быть, и панкуха, да, веселая. Поп-панкуха какая-нибудь. Ага. Может быть такое. Давайте посмотрим, что это такое. Альтернатива так или иначе. Пиноккио. Да? Пиноккио. Let's go. И потом клипец. Просыпаюсь с мыслями, как ненавижу. Я не понимаю, что же мною движет. Okay. Представляю, как опять стреляют в спину. Ненавидеть это, как любить наполовину. Ненавижу. А парни, ты не зря так стоят. Покажи, как ненавидишь меня. Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. Диску на дороге черный плащ нарисован на мне. Я не скул, но на блоке на мне УЗИ расстреляю во тьме. По очереди, да, они тут работают? Разукрась свое тело, покажи, как ненавидишь меня. Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. На диску, на дороге черный плащ нарисован на мне. Я не скул, но на блоке на мне УЗИ расстреляют. Вот эти части как будто такое Джизус, который расслабился. Ненавижу. Такая попытка скрести, что это, опиум и рок, что ли? Ненавижу. Этот блок наполнен проститутками и табиманами, токсикоманами. Я на Токио, двигаюсь в темную. Это копиум, мой трипинокио. Вот здесь, да, такой Джизус, который просто расслабился, да, короче, вот именно по тембру похож, по манере исполнения нет, он по-другому давит, да, то есть тут непонятно, кто из них кто поет, да, непонятно, но такое ощущение, что они как бы построчно читают, да, что в куплете, что вот здесь, да, они как бы вместе как будто работают, попытка соединить, да, то есть у нас вроде тут такие рокеры, панкуха, но с другой стороны у нас такой опиум-рок, блядь, какой-то получился. Угу. We'll be right back.
пинучи, 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 пи-пи-пи-пи-пи. Просыпаюсь с мыслями, как ненавижу. Я не понимаю, что же мною движет. Представляю, как опять стреляю в спину. Ненавидеть это, как любить наполовину. Ненавижу, 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 ненавижу. Разукрай свое тело, покажи, как ненавидишь меня. Ну вот здесь по инструментал жестко сожрал, да? Ты же инструментал звучит тучно, жирно, плотно, а ты звучишь очень плоско здесь, да, вот это. Разукрась мое тело. Не... Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. На диску, на дороге. Это вот другое врывается, короче, явно. Доберманами. Доберманами, это из фильма Доберман, если только, да? Демо, бро, демо. Разукрай свое тело, покажи, как ненавидишь меня. Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. На диску, на дороге. Черный плащ нарисован на мне. Я не скул, но на блоке на мне Узи расстреляю во тьме. Скул на блоке Узи. Ну да, бро, такой специфичный текст на самом деле, да, вот. На скул на дороге черный плащ нарисован на мне. Черный плащ, это и отсылка и на черный плащ, и на мультик Черный плащ 90-е, типа, да, на дороге. Делать больно, не стану говорить прощай. Разгласить мое тело, покажи, кинешь меня. Продолжать делать больно, не стану говорить прощай. Ну, что-то, что-то, что-то. Ненавижу, ненавижу. Этот блок наполнен проститутками и доберманами, токсикоманами. Я на Токио двигаюсь темную. Это копиум. White 3 Pinocchio. Ёпта. Ух. Ну, в общем... Просыпаюсь от того, что я случайно трахнул Запад. Неплохой никнейм, бро. Ладно, не буду уточнять, к чему он подходит, но ты понял. Задумка неплохая, правда. Задумка неплохая. А будет джаз сегодня, только нью, бро. Задумка неплохая весьма, правда. Давайте оценим. Ну вот по тексту, да, вот, вот что здесь по тексту. Ненавижу, ненавижу, просыпаюсь с мыслями, как ненавижу. Просыпаюсь с мыслями, что я случайно трахнул Запад, да. Угу. Просыпаюсь с мыслями, как ненавижу, понимаю, что мной движет. Просыпаюсь с мыслями, как ненавижу. Я не понимаю, что же мною движет. Представляю, как опять стреляю. Вот я не понимаю, что же мною движет. Вот он, вот это лучше сведено. Вот, как будто один, вот который здесь, да, он хуже сведен. Я не знаю, они же, наверное, вместе на одной студии записываются. Очень странное звучание, да. То есть вот этот, который вот здесь и который вот здесь, он звучит хуже, чем тот, который здесь. Но они полноценную совместочку нам тут подготовили. Ой. Ненавижу спину, ненавидеть это, как любить наполовину. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Чувствую, да, вот. Ненавижу, разукрай свое тело, покажи, как ненавидишь меня. Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. На диску, на дороге черный плащ нарисован на мне. Шпили. Я не скул, но на блоке на мне Узи расстреляю во тьме. Жесть. Этот блок наполнен проститутками и доберманами.
это реализовать, же вот эти о, которые типа гличи, да, которые сделаны голосом. Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. На диску на дороге черный плащ нарисован на мне. Здесь, в принципе, они двигаются в правильном направлении, да. Они работают вместе. Они работают, пытаясь совмещать, да, такое на совмещении стилей. На контрастах хорошо работают. Не знаю, звук надо найти свой. И вот эта история. Как бы оно сильно садит вайб. С ней делать, не знаю, либо глички делать какие-то именно при сведении непосредственно, либо самому погружаться больше. Артисты между собой очень странно стакаются по звуку, опять же, да, не знаю, что делать с этим. Я по звук надо искать свой, да. Ну, принимается. Просыпаюсь мыслями, как ненавижу. Я не понимаю, что мной движет. Представляю, стреляет в спину. Спину наполовину движет. Мое тело, покажи, как ненавидишь. Блок наполнен проститутками, доберманами, токсикоманами. Жестко, брат. Так. Вот здесь, я думаю, да. Ну, в общем, вот так. В общем, вот такая история. Да. 7, наверное. Ненавижу, 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 ненавижу. Ну вот эта часть, да, вот эта часть, что касается типа восприятия, занижает. Какой критерий? Ты когда пишешь занижает, пиши конкретно какой, о чем идет речь. Ты считаешь, что сведено с инструменталом хорошо? Или вот эти хорошо сведены? Или они друг с другом сочетаются, и типа вот тут можно поставить 9 за реализацию, или сколько? 7, 8? За счет этого страдает харизма и погружение артистов. Идею не дали прикольную. По структуре 9 ставить, я не знаю. Репетативности много, уникальных вишенок не особо. Что? Что не так? 3 балла вайп. Да. Качество реализации страдает сильно. Короче, как будто у ребят есть... есть что... рассказать, но пока они не могут сделать в полной мере так, как хотят. Да. В полной мере не могут сделать, что хотят они. Задумки именно свои реализовать. Я так думаю. Вот и видится это. Давайте посмотрим, как это работает с визуалом. Клип у нас есть, друзья. Let's go. Ну, жесткий опиум вайп, конечно, такой супер трэповый вообще. Понимаешь, что же мною движет. Представляю, как опять стреляют в спину. Ненавидеть это, как любить наполовину. Ненавижу, 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 ненавижу. Разукрай свое тело, покажи, как ненавидишь меня. Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. На диску, на дороге черный плащ нарисован на мне. Визуал прикольно показывает то, как вы отрываетесь, да? То есть в целом такая панкуха, знаешь, с одной стороны кажется, что это такая трэп-панкуха, да, но в визуале кажется, что и рокеры на панкухе, да?
динамика неплохая. Не за Кэпери, да? Я на Токио двигаюсь в опиум. Разукрай свое тело, покажи, как ненавидишь меня. Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. Вот это вообще охуенный вайб для клипа. Ну, на жестком стиле вы, конечно, такие прям упакованные, да. Визуал. Впереди ваш идет сильно визуал. И ваш, что касается, так сказать, какого-то такого модного флекса, да, что касается клипца, идет выше, да, идет круче, чем вот то, что есть в песне, правда. Прям точно. Сейчас. Типа прям место то нашли, что ли, или нет? Нет, другое, по-моему, место, да? Как это, блядь, из головы вылетела группа экспериментаторов технических, с которых и Майс с Каем тоже взяли, блядь, напишите, пожалуйста. Да не на Вайпер это на тех, кто, на кого Вайпер тоже сделали, блядь. Вылетело из головы просто. Castles, Crystal Castles, да, по-моему, или кто, блядь, напишите, это про них же, да? Да, 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 да. Хорош, хорош, спасибо, Тони Резник. Отлично передали настроение. Исходя из того, что я вижу с точки зрения ваших образов, вашей работы, как вы работаете над своим визуалом, как вы выглядите, как вы флексите, да, круто, артисты. То есть у вас образ открыт, то есть качество вашего образа, оно уже ждет вашего материала. Большинство фрешменов, которых мы слушаем, это совсем наоборот. То есть мы даже иногда слушаем прям хорошо сделанную музыку с отсутствием образа прям полностью. Либо это в клипе что-то прям совсем не то, либо полностью тишина, ноль вообще чего-то. Вы уже ведете и выглядите, как будто вы уже ебать артисты тир-1, да какие-то там застилеванные артисты, какие-то экспериментаторши на альтернативе или на каком-то там, на панкухе, на сумасшедшей, на электронной панкухе какой-то. Интересно выглядит реально. Интересно. Стоит покупать подписку ради Талера. Бро, 6 часов разбор альбома, который набрал рубин. Как ты думаешь? Вот тебе прямой байт. Да, да, да. Содержание песни. Содержание песни с точки зрения... Ненавижу, не понимаю, он его движет, как опять стреляют в спину. Содержание песни и подача, да, вот. Ненавижу, стреляют в спину, ненавидеть, любить наполовину, ненавижу. Как будто про отношения история, да, у нас идет. Разукрась мое тело, покажи, как ненавидишь меня. Продолжай делать больно, я не стану говорить прощай. А у нас флекс в Токио, да?
с доберманами, блядь, токсикоманами и блоками с проститутками, ну, условно, да. То есть как-то это очень странно работает, половинчато. Кого там ненавижу? Этот блок наполнен, да? Так, блядь, это про расставание, про ненависть, про общение, про что? Или про блок с проститутками из Токио? Хуй его пойми, типа. Вот такой момент, да? Нас не догонят, да, и микс ебаш. Да, чувак. В общем, да, вышел у них релиз, друзья, называется он Almost Famous. Там есть 7 треков, один из них мы послушали. Я вам даже хочу показать обложку, чтобы вы задумались о прослушивании этого релиза, друзья. Вот она. Вот так она выглядит. Ну вот. Выглядит как ракешник, прям в чистом виде, да? А, и написано русский рок. Как будто тут нет какого-то. Нет какой-то попытки, да. В электронщину или еще что-то. Спасибо, ребят. Как будто он перед нами состоявшиеся артисты с достаточно сырым материалом. Вот что я вижу здесь. Но ваша экспериментальность заставляет верить в то, что через время это будет просто более высокого качества. И вот этот расколбас ваш, да, какой-то творческий похуизм, в хорошем смысле этого слова, наверное, сыграет в плюс вам. Спасибо. Так, и дальше двигаем. Belly What. Альбом движения, трек «Хочу двигаться». Давайте посмотрим, что это такое. Альбом движения. Ну как альбом? Эпишечка. Эпишечка, друзья. Хочу двигаться, буду двигаться, надо двигаться. База. Трек «Хочу двигаться». Понятно. Первый трек. Трек номер один. «Хочу двигаться». Вот оно, движение, да? Движение, движение, движение. Движение этого движения. Смотрим. Макси-макси-сингл, да, эпишечка, да. Слушай внимательно. «Хочу двигаться», Belly What? Слушали мы, да, по-моему, даже забирали. Везде интересненько. Let's go. Спит и знает, что я буду раскачивать залы вечером шлюхом и суисайды. Я занят с бокалом, твоя жопа туманы на стол, он настоен сансару. Белая сука сейчас на халтуре, пизда, арестанты непонятны, никакие судьбы, родители врали. Я хочу двигаться в тон бетану, никак не деньгами. Я хочу двигаться в тон аркану, никак не в реале. Я хочу двигаться в тон обмана, мне мало, я малый. Мама, я в баре на мале, на вауте и обсаженный водкой. Мне плохо, фото диоптрии, вон. Мама, я в баре на фоне сон, и бариста катает вот и сироп для додов, 2 часа ночи. Мама, я дома, на фоне музыка боли, обсаженный водкой, мне плохо, фото диоптрии водных. Мама, я дома, на фоне музыка клонит меня гидропон, но он больше нихуя не тися. Город спит и знает, что я буду раскачивать залы вечером шлюхом и суисайды. Я занят с бокалом, твоя жопа туманы на стол, он настоен сансару. Белая сука сейчас на халтуре, пизда, арестанты непонятны, никакие судьбы, родители врали. Я хочу двигаться в тон бетану, никак не с деньгами. Я хочу двигаться в тон аркану, никак не в реале. Я хочу двигаться в тон узла и не знаю, где правда. Очень неплохо.
хорошая работа с текстом. Город спит и знает, я буду раскачивать зал. Вечером шлюхом и суицид. Я занят с бокалом, твоя жопа туманы на стол. На стол она стонет, сансару. Я, сука, сейчас в халтуре. На халтуре пизда арестанта. Ебать. Понятно, никакие судьбы родителей врали. Хочу двигаться в тон бита. Никак не с деньгами, никак не в реале. Мама, я в баре, на маре, на бауте, обсаженный водкой. Мне плохо, фото, диоптри, водный. Мама, баре, маре, на ауте, обсаженный водкой. Плохо, фото, водный. Сонный, бариста, бариста, катает лед и сироп для дода в 2 часа ночи. Мама, я дома, на фоне музыка, более обсаженный водкой. Мне плохо, фото, диоптри, водный. Ха. Зарифмовал, да? Зарифмовал. Не лучший трек Бэрри Уотта. Но принимается. Насчет номинации не знаю. Есть байк. Есть байк, не пусти лёжку. Город спит и знает, что я буду раскачивать залы вечером шлюхом и суицидом. Я занят с бокалом, твоя жопа туманы на стол. Он настоен сансару, белая сука, сейчас на халтуре. Пизда, арестанты, непонятны никакие судьбы. Родители врали, я хочу двигаться. Мне нравится, как он, в принципе, на биты наваливает. 1.40, ну, все-таки умудрился даже подзадушить, да, типа 1.45 и один хуй задушил. Есть треки пятиминутные, которые не душат, тут такое, чисто такая... Презентация харизмы. Френдли Тага слушаем. Да, бро, альбом новый, ну. В тон питаном, никак не в деньгами. Я хочу двигаться в тон арканом, никак не в реале. Я хочу двигаться в тон обманом. Мне мало, я малый. Мама, я баре на мале, на вауте. Я обсаженный водкой, мне плохо фото. Диоптрии вон. Мама, я баре на фоне сонный бариста. Катает лед и сироп для дода в 2 часа ночи. Мама, я дома на фоне музыка боли. Обсаженный водкой, мне плохо фото. Диоптрии вон. Мама, я дома на фоне музыка клонит. Меня гидропон, но он больше не хуй. Город спит и знает, что я буду раскачивать залы. Вообще задумка интересная. На такой саунд залетать. Интересная задумка. Не чистый там West Coast сделать, да? Вот в сторону потяжелее. Шлюхом и суицидом. Я занят с бокалом, твоя жопа туман. Такой минималистик с одной стороны. Чисто харизма, да, подсвечивающийся. Настоен сансару, белая сука, сейчас на халтуре. Пизда, арестанты, непонятны никакие судьбы. Родители врали, я хочу двигаться в тон питаном. Никак не с деньгами, я хочу двигаться в тон арканом. Никак не в реале, я хочу двигаться в тон узла. И не знаю, где правда. Да, 7-8, может быть 8 даже. Задушил, бля, задушил ли я припев здесь, не понять, судьбы родителей врали, баба-баба-баба-баба-баба. Куплет вот такой, да, двойной, короче, нихуя не интересует, бам-барам-бам-бам. Припев здесь, как припев, еще аутро, да, не знаю. Ну вот как-то так здесь... 8 я готов поставить, да, за рифмовку. Индивидуальность харизма 7. Реализация стиля. Ну, прошел хорошо. Ща. Двигаться в тон для дода в 2 часа ночи. Мама, я дома на фоне музыки. 8. Так, наверное. Ну ладно, вот так поставлю. Ну, по идее, 3. Только более обсажен понду, он будет, я занят с бокалом. Твоя жопа туманы на стол, он настоен сансару, белая сука. Бля, прикольно работать со звуком. 3 все-таки здесь. Да. 4, бро. 4. Я добавлю во фрешмена с такими баллами, типа по любасу надо брать. Да. Не лучший его трек, но в любом случае это оно. Спасибо.
Интересно. Это было интересно. В принципе, про харизму говорили про твою. Четко работаешь, больше отличительной какой-то черты. Вот на последней песне Whole Lotta Swag тоже говорили об этом, да, по поводу там Friendly Tag и все эти вещи. Я думаю, тебе это тоже знакомо. Вот, но попытка работать на других жанрах как будто может исправить эту ситуацию, да. Как будто может исправить ситуацию. По тексту работаешь хорошо. Реализуешь бит, держишь весьма неплохо. Да. Бит не задавил тебя. Неплохо, неплохо стоишь, да. Вместе с музлом 8, да, 8 баллов по реализации. Вполне себе история. Из того, что сказать, не знаю, на любителя просто музыка, правда. Может быть, она простоватой покажется. Хотя ты ритмику прям загибал, прям конкретно, да. Ритмику ты загибал, но все равно оно почему-то казалось за счет вот этой вот плавной мягкой подачи, оно жестко однотипным казалось, и на 1.40 даже умудрилось поддушить. Но тем не менее, 4 балла вайба есть. Да. Есть. База крепкая, да. Номинируем. Спасибо большое. Билли Вот хорош. Что там у него происходит? О, у него прям слушатели так. Угу. 300 косарей, нормально. Нормально он релизы дропает. Проходимец вот он дропал, да? Эпишку. Тут макси-сингл. Газ. Есть работы, короче. Послушайте, друзья. Крепкий фрешмен, пиздец. В целом, очень крепкий фрешмен. Интересная работа. Без базара. Так. Далее. Далее. Кисси и Vampirish. Sawing. Ну-ка. Что это? Что это такое? Что это такое? Мощнейший фрешмен. Да, слушали. Замечательную обложку из трека в клубе невозможно забыть. Да. Давайте посмотрим. Хотя мы слушали вроде не его, но обложку эту все равно не забыть. Слушаем внимательно. Что это такое? Есть у нас клип? Нет у нас клипа. Сейчас, секунду. Бэм. Let's go. Лека-тыка-тыка-тыка-тыка, go, бэм. Вампиреныш. Газанон, Кенни Карт, Янг Дэк, Джоли Шоу. Сейчас нас разнесут рейджем просто, убийством. Та-да-да. Свои наши ники на слуху, а звукой AirPods тебя. Они хотят так же, они хотят забрать бой. Они нас копируют, сравни свой мой прод. Вдвоем ебя мой дуб. А реально, да, пилят, да, они наши уши. У нас сегодня был пилитель, конечно. У нас сегодня был пилитель, вот прям вот самый, да, самый. Они пилят наши уши, короче. Это прям вот этот видос надо прям назвать так. Сейчас заново поставлю. Чуть херан, да, чуть-чуть херан Уотера тоже есть. Вот тот случай, да, когда вот человек вроде дает свою харизму, да, вот у него есть похожесть на более популярного артиста, он такой, да пошли вы нахуй, я никого не баячу, я правда так считаю. А все равно все такие, ты его спиздил, да. Та же самая история, как вот до этого Билли Уотта слушали, да, вот может быть он делает это 100 лет уже, да, до того, как Friendly Tag стал популярным. Но кто забирает тембр, голос, популярность, тот все, да. Заново, друзья, заново слушаем. Просто хотел сказать, да, по поводу пилы, короче. Бас пилит нас, да. Sawing.
Париж Мьюзик, друзья. Очень плохо было по гличам вот здесь, да, вот такое прям однотипный тот случай, когда гличи ставят просто копируют абсолютно одинаково, да, без развития какого-то, без прогрессии звучащие. Такие гличи звучат очень плохо, когда просто одинаково, да. Должна быть прогрессия в звучании обязательно в гличиках, должен быть рисунок определенный. Без этого просто ешки звучат плохо и слабо, как и здесь, да. Тебя никто не спрашивал, можешь закрыть свой рот. И наши ники на слуху, а звук ОИР под себя. Они хотят так же, они хотят забрать год. Они нас копируют, сравни свой мой прот. Вдвоем ебя мой тупорик. Ну вот тут что-то чё-то. Сравни свой мой прот. Сравни свой мой прот. Вдвоем ебя мой тупорик. Как будто видит Эйвер Худ. Я их сон изнасиловал. Послай свои соседи. Послай свои соседи. Послай свои соседи. Послай свои соседи. Говорят, что я токсичный, да я в бэй не понимаю. Пусть я ломаю тюгу, но не обо мне все знаю. Бэй, бэй, забей. Его плохо слышно здесь. Вампирёныша плохо слышно. Вампирёныш. Бентли Бенц и Бумер. Такой платина типа вайб, да, он пытается делать. Это было прямо в шпите. По структуре он пытается как будто платину делать, по голосу иногда пот прокает, да. Вот тут бит вообще, бит мимо идет. Если бы слушал бы таких, хочу бронировать столик. И он здесь только для двоих, а мой мэр сейчас... Ну, топлин, ты глухо звучишь для этого звуча. Мы скрываемся от них. Вдвоем ебя мой тупорик, как будто ненавидит Эйвер Худ. Я их сон износит. Послай свои соседи. Послай свои соседи. Послай свои соседи. К чему сравнение? К тому, что когда человек слушает музыку неизвестных артистов, он в любом случае сравнивает это с популярными артистами. Без относительно того, там, хотят это или нет люди. Это первое восприятие. То есть мы слушаем здесь музыку, как слушатель услышит это, как он поймет это. Пытаемся разложить то, как слушатель воспримет музыку артистов, и как раз-таки для этого многие люди приходят к нам посмотреть, как слушатели послушают, да?
плюс какие-то моменты восприятия, эмоции, какие-то общие аспекты по звуку можно услышать, да, здесь по тексту, какие-то там технические какие-то реализационные моменты. Но первое, самое главное, то, как это воспринимается слушателями, чатом, мной, как люди, что они слышат, да, поэтому где-то слышится Heron Water, где-то слышится Pots, где-то Platina слышится. Это говорится для того, чтобы человек понимал, да, в какую сторону ему нужно прокачиваться, уходить, для того, чтобы не быть копиркой в звучании, чтобы иметь свою индивидуальность, чтобы люди воспринимали его как его, а не его как... О, вот этот чел... А, это тот самый чел, который на Платину похож. Хочешь, если так, пожалуйста? А, это тот чел с голосом Heron Water, бля, прикольно. Если кто-то хочет такое себе, да, получить, ну, респект, вперед, да. И вы потом можете усираться сколько угодно. Да это я не батя. Всем похуй. Просто это так, да, вот. И это очень важно понять. Очень важно. Как человек родился с таким голосом? Бро, смысл в том, что с каким бы голосом он ни родился, он может на 500 лет раньше начать делать это Heron Water, но тот, кто популярный, он забирает этот жанр, и все остальные говорят, что он у него сбайтил. Это так будет встречать слушатель человека, понимаешь? Без относительно того, байтил ли он, или он вообще ни разу в жизни не слышал, блядь. Ну, тут, конечно, понятно, Bentley Benz и Boomer, да, по поводу платины, по поводу Heron Water, я тоже думаю, ребят слушали, но я не думаю, что они вдохновлялись там именно вот в прямом смысле. Так это будет восприниматься. Как вот мы Friendly Tag часто слышим во фрешменах. Это говорится для того, чтобы человек понимал, в какую сторону ему развивать свой тембр, для того, чтобы не быть похожим на популярных артистов. Это пиздец как важно. Потому что сейчас, в эпоху нейросетей, когда техника и какие-то технические моменты все больше будут уходить в сторону, и все на больший план будет выходить аутентичность человека, его какая-то авторская история, как артиста, как человека, который живой человек, ни в коем случае нельзя быть похожим ни на кого. Если ты похож, тебе пиздец. Если у тебя такой тембр, ты должен как-то обыграть его по-другому, чтобы не быть похожим, работать в другом стиле. Все, иначе тебе ничего не получится. Тем более эти люди сейчас гремят. Это супер важно. Форум на карте. Причем тут карте? Ты вот не понимаешь свой вопрос? Русскоязычная сцена и англоязычная сцена. Ты на концерт карте часто ходишь, бро? А на концерт форума можешь сходить. То есть, если мы говорим про русскоязычную индустрию, не обязательно российскую, просто русскоязычное пространство, в рамках этого русскоязычного пространства мы оцениваем идентику. Если артист похож на кого-то из зарубежных артистов, это одно. А если артист похож на кого-то из российских артистов, то есть тех, кто уже интерпретировал то или иное звучание, это очень хуёво. И если ты не понимаешь между этим разницу, это проблема. Для тебя, естественно. Вот так. По звуку, да, тут надо еще допиливать. По звуку надо допиливать, по поиску. Короче, основная задача, на мой взгляд, здесь должна быть именно поиск звучания. Поиск звучания. Это очень большая работа. Много раз об этом говорили. Касательно того, что человек думает, что там пару плагинов накинуть, там тюнчик, там и все это. Йоу-йоу-йоу, я уже ебашу. Нет, очень большая нереальная работа проводится для того, чтобы выискать, выверить свой собственный звук, как именно, то есть какой саунд-дизайн раскрывает твой тембр и делает его узнаваемым на том рынке, на котором ты представляешь свое творчество. Что-то там против карты, всем похуй, никто из американских слушателей тебя не услышит до определенного момента. Я не знаю, кем ты должен стать в России, чтобы тебя в Америке стали слушать. Вот, поэтому похож ты на карте или нет, всем поебать. А вот если ты похож на местных звезд, тебе пиздец. Все очень просто. Очень просто. Так. Нас ненавидит Нейва, Баслайн, своих соседей, да. Токсично, да, блядь, не понимаю. Пусть рад на мой тёк, они все знают. Бентли Бумерзи. То же самое касается текста.
То есть флексить, да, можно по-разному. Рассказывать о своей охуенности можно по-разному. Вот Трилл Пилл, допустим, в каждом своем альбоме говорит одно и то же. Что он придумал звучание, что он ебет сук, что он охуенный, богатый и успешный. Но он делает это по-разному. Он делает это эстетично и изящно. Поэтому, когда вы пулапаете на тонках, когда вы там шотаете кого-то, ну, там, пропов с глоками и прочей хуйней, то есть, когда вы используете там конкретные англицизмы, да, там, эту пати и все прочее, это ок, но это надо делать стильно, то есть, это надо делать так, как не делает никто. Даже ракать Баленсиагу, да, можно, блядь, уникально. Старайтесь выискивать и в подаче, в текстовом осмыслении, и в своем звучании на саунде, на том, который вы выбираете, да, тоже старайтесь сделать какую-то идентику, как артисты. Иначе вас просто будут клеймить копирками или вообще не узнавать, ничего не понимать, говорить, что вы говорите какую-то шаблонную хуйню и скипать. Это важно. Да. I just wanna... Я бы был бы там, блять. Я бы был бы там, где ты, если бы слушал бы так. Окей. Ну, в общем, да. То есть тут текст достаточно простой. Вас тяжело отличить. Бит, да, ну, бля, понятно, люди умеют делать бит, биты, да. Вот этого молодого человека мы на альбоме Е-Ата слушали, да, недавнего Afterlife. Не самый лучший альбом, конечно, та еще хуйня, но принимается. Он, понятно, хотя бы свой стиль изобрел, да, и какие-то альбомы у него супер пиздатые. Допустим, 2093, последний альбом, такое. Вот Afterlife вообще пиздец, целостный крутой альбом. Но в целом этот молодой человек, он хорош, да, он хорош. Поэтому то, что тут бит ебашит, это понятно, но это не ваша заслуга. Такое, да? Лайфстайл, а не Afterlife. Ой, блядь, ну да, вы поняли, в смысле, последний альбом. Лайфстайл, конечно, Afterlife. Ну, такое. Как-то так, друзья. Как-то так. Чат, что думаете по этому поводу? Что хотите добавить, сказать? Есть ли вам что сказать? То есть вам нужно то, что отличит вас. Отличит вас от вайперов, от поца, от платины. От всех людей, кто делает так или иначе звук, который пересекается с вами. Две части. Прикольно. Только индивидуальность ваша сработает. Все. Еще у вас есть вариант. Это ебануто флексить в реале. В плане каких-то действий, чтобы вас прям знали как личность. И тогда вы можете высирать любую дресню. И люди будут это хавать. Потому что вы ебать какие интересные. Они вас видят в ТикТоке. О, это те самые челы, которые сделали вот это. Тогда у вас будет определенная индульгенция на то, чтобы делать хуйню. Мы, конечно, будем ставить говенные баллы за это, если это будет параша. Но людям это может быть интересно, потому что люди идут за личностями. И если вы будете делать прикольные какие-то вещи, светиться в реале, жестко флексить этим всем, то это будет приниматься. Если у вас получится сопоставить и как-то совместить очень крутой образ, прикольный флекс в реальности, да, какие-то ваши действия, проявления, плюс крутую музыку, тогда вас ждет успех, я думаю. Да. Пока сложно. Вот так. Нет крючка. Да. Ну, 5, допустим. Реализация стиля. 6. Индивидуальность харизма. Вот здесь. Ну, допустим, это прям пиздец по-божески, да, вот честно, вот прям вообще жестко прям. Жестко прям.
рифмообразы, даже в рамках жанра, который не является текстоориентированным, который является флексовым. Есть, конечно, там одна строчка, которую очень сложно обсудить, да, на Твиче, которая является достаточно оригинальной, которую не так, чтобы часто мы встречаем, да. Сложно, конечно, ее обсудить, но как бы вот она есть с точки зрения айдентики, если это норм, да. Вдвоем вы там чего-то там, что-то про Пюпитер, да, который вот, с которого текст читают, люди стоят на сцене, что-то про это, наверное, да, про Пюпитер, вероятнее всего. Вот, ну, там, да, ладно, ок, да, допустим. Структура, ритмика, две части, ну, есть динамика какая-то, да. Развитие, если бы это было более интруха, бам, куплетик небольшой, припевчик, да, вот тут соседи, бэслайн пилит соседи в ахуе, да, ненавидит нейборхуд вас жестко, угу. Здесь прыгнул в куб и понял, что мне пох на них. Я, блин, я псих, я был там, где ты, блин, табы, бы, бы, кабы, как будто если бы какой-то это этого. Да, вдвоем любим, где пк-пк-пк, мык, брык, пык и аутро. Ладно, принимается. Окей. Окей, обнял фром. Добро, спасибо тебе большое. Еще раз, да? Еще раз говорю, для чего существуют наши разборы, да? Кроме мозгоебства, естественно. Они существуют для того, чтобы люди почерпнули то, что им нужно. Что касается полезной критики, то, что не нужно, скипнули нахуй. И все. Да, только для этого. 3 балла. Тем не менее, есть. Да. 3 есть, да. Спасибо большое. Что у нас есть здесь еще? Есть видос? Нет видоса. И нет ничего. Да, спасибо. Спасибо большое. Надеюсь, это было полезно. Все. На что я надеюсь? Что это было полезно, это было интересно, это было круто. Да.